тому, как ведется городское хозяйство, было много вопросов к предшественникам Юрия Шалабаева. Напомню, депутаты Думы Нижнего Новгорода сегодня избрали его главой города. И вот, как сегодня стало известно, экс-глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов задержан в Соединенных Штатах Америки за нарушение визового режима. Не исключено, что теперь Олега Кондрашова депортируют в Нижний Новгород. Суд уже давно принял заочное решение о его аресте в связи с возбужденным уголовным делом за получение взятки. Но вот до сегодняшнего дня оно никак не исполнено фактически.